just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. Всем привет! Сегодня мы будем строить секретный проход в лестнице в Майнкрафте. Давайте начинать. Сначала нам нужна лестница. Ой, хорошая лестница. Обычная лестница. Теперь ломаем вот здесь два блока. Заходим внутрь и делаем небольшое отверстие. 5 на 3 на 3 блока. Ломаем здесь, здесь, здесь и сюда еще 5. Продолжаем. И вниз тоже на 3 блока. Готово. После этого ставим вот здесь любой блок. На него липкий поршень. И здесь также 2 липких поршня. Получается вот так. И здесь ставим повторитель на 3-ю задержку. Дальше. Дальше заходим сверху. И здесь ставим наблюдатель, чтобы он смотрел своей красной редстоуновой штучкой наверх. Далее ставим 2 блока вот здесь. Повторитель на максимальной задержке. И редстоун. Проводим его вот так. Здесь тоже поставим блок. Это нужно будет для рычага. Здесь ставим наблюдатель вот таким вот образом, чтобы эта красная редстоуновая его часть смотрела прямо на поршень. Теперь сделаем проход. Теперь поставим рычаг. Ломаем вот этот блок. И там ставим редстоун. А вот здесь рычаг. Теперь все это закрываем любыми блоками, какими хотите. Закрываем блоками все, кроме поршней. Там, где поршни, мы поставим лестницы. Готово. То есть ступеньки. Нажимаем на кнопку, и у нас все работает. Здесь у нас взял и закрылся проход. Сейчас попробую нажать еще раз. Нажимаем еще раз, и все это обратно задвигается, и мы можем проходить. Теперь подключим все это туда, чтобы не надо было нажимать рычаг изнутри, а внутрь-то никак-то и не попасть. Здесь мы не будем ставить просто рычаг, потому что тогда любой сможет догадаться. Мы поставим вот здесь котел. Так, здесь все открыто. Наливаем туда воды или лавы. И напротив него ставим компаратор за стенкой. Теперь проводим редстоун. И вот здесь, где первая ступенька, нужно будет сломать блок. И вот так вот подсоединить редстоун вот сюда. Готово. Так, теперь смотрите. Забираем воду. Нам понадобится повторитель. Поставим его вот здесь. Готово. Потому что, когда мы убираем воду, сигнал слишком слабый и просто не поступает туда. Так, нальем воду. У нас все закрылось, смотрите. Вот тут у нас ведро с водой, вот тут у нас вода в котле. Ну, человек просто так берет, проходит дальше и все, ему без разницы. А вот чтобы вам открыть секретную дверь, вы просто берете, забираете оттуда воду, открывается секретный проход, супер секретную комнату. Так, ладно, давайте зайдем воды. Это можно делать не только с помощью котла, но и с помощью рамки. Просто меняем место на него котел. Еще можно тут поставить рамку, меч. Если мы его заберем, у нас откроется. Поставим. Откроется. Прикольно. Давайте быстренько обустроим эту комнату. Также можете сделать секретный проход, например, как выход из крепости.